Давай, поехали. Оба! Пузом навернул нас. Давайте, Александр. Покажите ему удаль. Мне кажется, тебе нужно похилиться. У тебя есть? Отлично. Шурочка, вот тут? Да. Надеюсь. Вроде да. А что это как-то ты, блин, вообще бодро блокировал топором, там прям ручкой в одну сторону отвел, в другую? Я же сказал, походу желтенькие можно блокировать, а вот это нельзя. Типа атаку кузова? Ну, вот, под эту хуйню. Вот. Опа! Рестлинг нахуй. Опа, аля, он похилился что ли? Нет. Или забахнулся? Он пытался что-то сделать. А что тут бегать, долбоёб? Ой-ой-ой. Можно эту часть так и назвать. Пиши мне иногда. Боже, это, блядь, прекрасно. Ты видел? Ты это видел? Ну, ох да, ты, блядь, да. Обнимашки. Подожди, ты что, его типа задушишь? Пиши мне иногда. Ой, блядь. Боже, ну если не Ubisoft самые прекрасные разработчики, то, блядь, кто тогда? Ой, блядь, ты ляда крадется. От кого крадется, я хуй. Что с тобой, нах? Полутай. Что там? Пацана. Вигмунда здесь нет. Он, быть может, прячется в городе. Будем искать повсюду. Да быть может. Нет, он сбежал, это точно. Низкий трус. Но мы рискнули и одержали победу. Низкий трус, блядь. А есть высокий. Вот он, блядь. Да. Пусть весь так, Шир а что там узнает, у нас? Что Грэнта Бридж снова, ну, наш. Наверное, какие-то Роб адские возвещает. Ништяки. Какой-то скилл, мне кажется. Ну, посмотри-ка. Что там? Подобрать. Ага. Сага о Риге, страница номер 2. 2. О том, как Эрган язык лезвия всех обманул. Зимы сменяли друг друга, и Риг рос сильным, но худощавым мальчишкой. Он был превосходным воином и сражался в великих битвах по всему Северному пути. Риг часто проливал вороново вино, защищая свою семью в бесконечной войне с Южным Королевством, известным как Клан Кита. Предводителем этого клана был Эрган Язык Лезвия, который, по легенде, в разгар боя проглотил свой меч. А Ригу было всего 12 зим, когда он схватил вражеского воина за голову и сжал ее так сильно, что оторвал. Той ночью он напился, вернулся туда, где оставил голову, и услышал, как она пропела «Тебя предаст последняя завеса». Риг оставил череп себе, и с тех пор с ним, с этим зловещим трофеем приходилось говорить каждому, кто бросал воину вызов. По слухам, это давало ему преимущество, и поэтому Риг вышел победителем из множества битв. Так он получил свое второе прозвище – Риг, говорящий с черепом. Я Эйвор, ходящий по столам. Подожди, стоп. Это типа не отсылка на этот Planescape Torment, возможно, про говорящие черепа. Возможно. Подумал было я об этом, но вспомнил, что игра от Ubisoft. Ничего. Я вот подумал ее, кстати, пройти как-нибудь. Ничего. Внизу где-то должно быть. Какой-то херь лежит. Я так понял, мы же это типа захватили, да, уже? Ну да. Ну внизу это как вниз попасть-то? Мне кажется, в главном здании там есть типа лестница в подвал. Ну, тут ничего вроде как нет. Рок возвещает радость, долгую жизнь и богатство. Как я? А, ну давай, жахнем, потом. Без тебя нам бы не взять город. С тобой пришла удача. Пусть мощь твоих легких снова вдохнет жизнь в мой город. Такой писюн! Туда в рог. Это ж от кого, кстати, такой рог? Мне аж интересно. Е! Да что там за живности водятся с такими рогами? Легендарные животные.
Это, наверное, какой-нибудь горный мегабаран. Ова! Хуя себе, блядь. Вы только взгляните! Воины! Сильные! Прекрасные! И омытые кровью! Там просто кость. Снова в наших руках! Что-то курочку стянуло. Завтра у мужика. Вы растопчете тлеющие угли костров Вигмунда! Боже мой. Но нынче... Нынче мы пируем как боги! Слушайте, не такое уж и большое сопротивление мы здесь ощутили. Получили, да. Ну такое, да. Опа, заподозрил. Ты глянь, какой психолог. Hey! Или мы ебаться идем? Надеюсь, нет. Мне кажется, что она нет. Что-то вот... Да, она что-то поняла. Мне кажется, что Сома... Смотри, какая хуйня. Смотри, мне кажется, что Сома это одна из этих самых... Тамплиеров? Да. Ну, нормально, на полу поспать. Жан! Вставай! Пиры моего Assassin's Creed клана новый вышел. Правда? Ты довольна? Да. Эйвор, проснись, ты но обосрался. Но праздновала ли ты? Или горевала? Я не могла решить. Опа. Это нервный тик был, или она сказала, иди со мной? Ну, наверное, это иди со мной. Вот, она тебя как раз-таки отведет вниз. И почти сразу город заполонили саксы. Я приказала уходить. Все мы умрем, но не так же. Это был черный день. Мне уже говорили. Саксы появились будто прямо из теней. В Грэнд-Бридж типа кто-то не привел. Было тайны важнее, чем этот подземный ход. Да они из подвала повылазили. О нем никто не знал. Видишь, теперь о нем там крыса завелась. Саксов. Однако в тайну были посвящены только я сама и трое моих помощников. Блять, дай-ка я угадаю, кто это нахуй. Думаешь, ты думаешь, тебя что тебя предали? Я это знаю. Но кто? Тут я не уверена. Лив, Галин и Бирна. Кто-то из них. Но кто? Ведь мне кажется, что это Бирна, по-любому. Баба? Да. Я надеялась, ты поможешь мне понять. Не, она такая довольная была, ты видела, мне мало нужен свежий взгляд. Я обещала ну, вот вернуть он, тебе вот твой он. Город. Дело еще значочек. Не сделано. Спасибо. Я поручу Галину, Ливу и Бирне. Что это за хуйня там, Нашир, типа дыма? Не парься. Отправляйся с ними. И ты узнаешь. Ну вот представь, у них же тут вентиляция, это толком никакой в этом доме. Они же посидеть дома, кастрик жгут. Трудно представить столь гнусное предательство. Тот, кто готов нарушить такую клятву. Так что я представляю, какой там изъян. Кумар. Мне нужна беспристрастность. Мне нужна ты, Эйвор. Я помогу. Спасибо. И он подслушает такой тип. Чё такое, блядь? А это один из них, короче. Он такой... Нас спалили, съёбнул. Убежал, да. Эта вещь прежде принадлежала... Или Эйвор ёбнул такой, просто горло перерезал. Да. Вот ты развернулась, блядь. Куда тип делся? О, в натуре шпион был. А я тебе про что говорил, что а ты это? Мне не верил. Читать. Дневник Сомы. Прошлой ночью мы праздновали, выпили столько же эля, сколько пролили. Смеялись, рассказывали историю о битве, в которой все мы участвовали. Насмехались над Вигмундом и тупицами, которых он называет воинами. Я почувствовал гордость, радость, облегчение. Казалось, будто мы никуда и не уходили. Запах длинного дома, треск костра. Все было так, как должно быть. Но недолго. Улыбка исчезла с моего лица. Я нахмурилась, стиснула зубы. Снова вспомнила о крови. Среди нас предатель. Тот, кто помог Вигмунду покинуть город. Тот, кто хочет, чтобы война продолжалась. Прощения не будет. Тот, кто последовал за Вигмундом при жизни, последует за ним и в могилу. Ты как будто на бутылку сел, когда читал. На кружку Эля. Что такое? Лысая женщина! Вниз. Это кто? В тайный ход, Шура. Сома, просто, чтобы кто? Помочь, я должна лучше Сома, узнать тебя. Почему она изменилась? Что? Накрасилась, чё? Если ага, я найду как ты предателя, поступишь?
Просто убью. Сама. Не стану ни мучить, нормально, ни позорить. Предатель или нет, это кто-то из моих самых близких людей. Мой друг. Эта смерть будет только на моей совести. Я не хочу омрачать ею умы других людей. Вот и все. Умно, умно, черт подери. Расскажи, как ты стала Ярлсконой. Король Гутрум вел летнюю армию через этот край. Когда он ушел в Эссекс, я вызвалась защищать Грентабридж. Налаживать торговлю, чтобы наш народ здесь был богат и силен. Гутрум согласился. Под моей рукой город расцветал, а я влюбилась в него. Потеряв его, я будто получила удар в сердце. А кого в город? Жила. Угу. За что ты так сильно любишь Грентабридж? Я осиротела рано, но помню, как это случилось. Думаю, я всю жизнь стремилась обрести семью. Грентабридж не просто источник серебра. Это дом для всех тех, кому, как и мне, нужна семья. Для скитальцев, торговцев и мастеров. Это все. Какая благородная. Удачи, Эйвор. Спасибо вообще за помощь. Прям. Пиздец, блядь. Всех поубивали сейчас. Вот он нам нужно. Опа! Лучшим из лучших. Да пошел ты нахуй. Опа! Саня, вниз, там ништяки. Да с чего ты взял, что там ништяки? Вон они. Я же запоминаю, где что лежит. Что это за хуйня? Типа... Ой, бля! Опа! А кто это там? А? Следы. Что это? А гадюкус! Да, это просто настолько тайный ход, насколько это, блядь, вообще возможно, нахуй. Это ж просто пиздец, блядь. Здесь капли желтой краски. Ну, это было очевидно. Ясно. По тайной ход ведет длинный дом. Кто-то отметил его желтым крестом, а затем впустил чужаков внутрь. Похоже, предатель и пара разбойников вышли здесь и направились к берегу. Ёпта, детективная, блядь, история, нахуй. Детектив Эйва. Ладно, я сначала туда схожу, к берегу, типа. А потом вернусь за ништяками, блядь. Опа. Такой везде без палео оставлял. А, ну, к берегу мы подходили, я понял, в чём прикол. Я понял, все, я понял. Что ты понял? Ну, там же была эта лодка ебаная, которую пытались перекрасить, чтобы съебаться, короче, понял. Ну да, ну да. Поставили знак той же самой краской. Что? Тут там можно пройти. Один ништяки. Я же бачу, что они где-то там. Типа они вот там. Но сюда никак не зайдешь. Это просто этот проход, а тут где-то в другом месте ништяки. Вот где-то, может быть, здесь тоже есть спуск какой-то. Спуск! Ревася! Либо это вообще снаружи. Хер его знает, короче, ладно. Очень странно. Да что с тобой? Да, все нормально. Что-то так. Пацана разбудив. Навыки. Так, ты хотел что-то качать внизу, слева. Левее, левее, левее. Мы что-то смотрели. Дикая. Управляемая стрела, ты, по-моему, хотел сделать. А, адреналин. Ячейку адреналина. Кто у нас что такое? Что это тут у нас? Ух ты ж, ёпа, ну же ж ты нахуй, гля. Нигде такого не было, и вот опять. Ш-ш-ш-ту-ту-ту-ту-ту. Скрытное метание топора. Так, а это у нас это что? Бамбус. Шутка ассасина. А. Ебашил как-то ассасин по горе. А это была и не шо? Гора. Ага, шутка ассасина. Потрясающе. А, охуенная, блядь. А что ты хотел, блядь? Какая игра, такая шутка, блядь. Ну, могла быть и лучше, на самом деле. Что там надо, чтобы 70 и 30? А это что надо? 300.
Мне кажется, что нам нужно лазить по скалам. Искать керпидоны. Мне кажется, что я могу улучшить уже, блядь, эти топоры, да и не ебать себе мозг, ну. Потому что... Ой, 10-25. Шо я ебусь, нахуй? Хотя бы красненькие можно улучшить. Лук прокачай. А подожди, это же в набор входит, блядь, вот эта хуйня. Дополнительная вероятность критического урона, блядь. А это у нас просто хуета стоит какая-то. Набор не включен. Ебланы, блядь, два. Все мы нормально делали. Да, какая-то. Найду что-нибудь поинтереснее, за переодену. Верните мне шлем, кстати, блядь. Во, нахуй. Шура, лук. Подожди. Ну, короче, со всеми поговорить, понятно. Угу. Кто из них ближе всех, блядь? Где они вообще? А чё они разбрелись-то так? У них, между прочим, свои дела. Ну, хорошо, блядь. А чё лук-то? Чё лук? Прокачать. Так он конченый. А у нас есть другой? Нет, но этот-то конченый. Ну, другого-то нет. Ну, ладно. На рынках вновь Петров. Кипит жизнь. Сома не теряет времени. А ну, поищи, реально, это подвальное помещение с ништяками. Дан разыскивается за убийство. Мужчина по прозвищу Эгель Похотливая Ворона обвиняется в следующем. Он украл еду и убил нескольких данов, которые хотели поторговать с ним. Он высоким мрачным ликом. Эгель приступил законы данов, королей Альфреда и Бургреда, а также законы божьи. Отсвет Рив Шира. Чем я могу помочь? Местная газетка. Англосаксоночка. Продать безделушки. Такие странные вещи? Поможет в странстве. Я приношу ебаные вещи. Знаешь толк в качественных вещах. Да, будешь привлекать стрелы к себе типа внимание. Стрелы типа томагавк. Ты решила все свои фразы типа сразу выдать, нахуй, дежурные? Ну а почему бы и нет? Клан оленя. Хочешь такую прическу? Бля, они все уебищные. Гля какая! Неплохо. Давай, купим. Ты сразу видишь все на самое лице. Красивое. Давай. Больше ничего. Знаешь, нет? Зачем? Чтобы у нас был стимул построить нахуй татушную мастерскую, блядь. Так она у нас вроде есть. Не, а там мужик стоит на берегу, говорит, бля, я ничего не могу сделать. Ну, хай стоит. Ну, хорошо. Где мой конь, блядь? Окей, он всю дорогу за мной просто шел. Под седлом ездока твой конь уже. Воба! Вобла. Упа. Мне кажется, что ты хочешь перепрыгнуть тот высокий забор? У тебя не получится. Для сразу жизнь такая ебашит, понял? Все, начали жить-то. Ну а чё? Жизнь коротка. Ага, может отсюда можно будет выйти, чтобы не объезжать это все. Только спрыгнуть. Походу в натуре, блядь. Взял. Какие классные у вас бойницы, пацаны, просто. Ассасин. Буква А. Ты видел, какие у них бойницы? Чё вообще великолепные. Да, охуенные, блядь. Интересно, как они через них стреляют, загадка. Как выйти, блядь, отсюда? Ты ворота, ну, где-то посередине, ты билиберды должны быть. О боже. Прямо, мой. Да, вот там ворота. Подожди, знаешь, что надо сделать? Надо, чтобы конь. Вот по чтобы дереву, конь по мне дереву. Подсказал. Стой, подожди, по дереву просто. Да-да-да, все, я понял. Переберись. У меня конь заглючил, просто ничего не могу сделать. На коне переберись. Я не удивлюсь, это же конь ассасин, он может все, ну. Ну попробуй, кстати. Ебать! В болото какое-то, в лес. Что там, где она? А, ну, с кем я там, с Галином? Конь! Сейчас он тоже по ветке понесет. Господи, блядь! Все, вот он твой конь. Ты все равно плыть на тот берег. Сука, надо прокачать коня. Помнишь, там тут была этот, возможность да, этого? Мужик. Чтоб конь плавал? Да.
Вообще, тут почему это нужно Каню, блядь? Может, он типа обучит его? Тут мужик был, которого мы грохнули. Я понял, заебал ты. Тут мужик. Тот мужик. Как здесь все долго-то, а, блядь? Пиздец какой-то, блядь. Ну, видишь, невысокие технологии. Да плыви, ебанашка, блядь, ебаный твой рот, нахуй. А ты в жизни лодку так попробуй, отчалить. Попробовал, блядь, уже пробовал, нахуй. И все. Где ты? Сейчас тебя Галин заточкает, долбай. Опа, опа, шкура. А ну, с лошади, клацни. Почти получилось, великолепно. Он бронированный, мы не можем убить его. Тускорение. Тускорение. На нас свалилось столько бед. Может, на Сому наложили проклятие? Сома всегда почитала богов. Проклятие на нас навлечешь ты, если нарушишь клятву и сбежишь. Ага. Mm-hmm. Какую, блядь, клятву? А ты, сука, блядь. Эйвор. То, что ты с нами, честь для меня. Нормально. Пойдем. Что ты задумал? Весь Шир хочет, чтобы городом правила Сома. Кроме этих деревень. Их жители кормят войско Вигмунда. Давай их вырежем. Походу мы сейчас поэтому так и сделаем. Мы сожжем их дома. Быстро и до дна. Как молнии тут Тора. Как я мог ошибиться? Конечно, здесь же мы просто устраиваем пожары, блядь. Во, начинаем допрос, блядь. Это Элей Нуар, нахуй. Однажды Вельва послала мне видение. Пронзив мой разум, оно развеялось. Но мне было мало. В надежде на новое, я долгие годы ел лишь пелену, грибы и священные травы. Сила прекрасный мейсика. Человек. Тут я скитался, прикольно. Одурманенный и безумный. Саксы хватали меня, но отпускали. В смысле для этой игры? Раз за разом. Сома нашла меня в болотах. Я был наг и одинок. Она дала мне все, напоминает этого. В чем я нуждался. Я обязан в ей году жизни. В воре. Хочу такие усы. Нельзя Эйвор такие усы сделать? Видение в смысле? У меня практически такие. Ну, Эйвор, блядь, хочу. Причем здесь ты? Я поднимался в гору. И нес на себе льва и змею и изнывал под их весом. Я изнемог. А затем появилась Сома и помогла мне. Мы добрались до вершины. Нам едва хватило там места. На пике, похожем на острие клинка, мы стояли, вцепившись друг в друга. Крепко. Я кажусь отстраненным. Одержимым. Но боги всегда с нами. Я считаю мой долг защищать Сому от их гнева. Аж слезу пустил. Понятно. А что ты думаешь о Ливе и Бирне? Лив. Я тебе говорю, что это баба. Моряк. Я думаю, что это, блядь, Лив. Очень увлеченный. А Бирна? Ну да, если что лодка, то должен быть Лив. Для нее жизнь шутка. Сома извлекла ее из канавы. Логично. Тайный ввоз товаров, чтобы не платить пошлин и много лошадей. Даже слишком. Клан есть клан. И я буду драться бок о бок с Бирной, хоть она и глупая. Будто охуенно, что если... Но судьба ее не забудет. А она такая, она спрашивает, ну что ты там выяснил? А я такой, типа, это, короче, там, допустим, какая-то Бирна, да? Угу. Она такая, хорошо, и все, и на этом квест закончит. И мы не узнаем, короче, нихуя. И понял, и просто мимо, вот тот тип, который стоял, нас подслушивал, он такой, фух, пронесло, и пошел просто с этим, с ведром желтой краски. Батя, они веселые, блядь. Прекрасно бежите. Сука. Короче, надо же их сжечь дома, нахуй. Ну это традиционная работа викингов. Ой, ой, что такое? Бегут жечь дома. Же викинги. Сожжем эти лачуги. Пусть расплатятся за то, что отняли Гранд-Бридж у Сомы. Там еще кайфу, если с ним пособираем. Опа, тип. Там лежи пипетки Вигмунду. Скрытное убийство. Просто он типа не видел тебя вообще от слова совсем. Вон там скрытное убийство, давай. Бля, так вот это Йоман. Так подожди, Йоманов мы встречали. Пацан сейчас тревогу, кстати, вызовет. Вот этот скорый, когда он подбежал. Ха-ха. Сяду здесь, посижу, бля. Сам вызывай, короче, тревогу. Оба, инер. Тихо, бля, ты чё нахуй? У тебя, кстати, всегда были проблемы с пикинёрами. Смотри. Опа. Ну, он что-то подумал о своем.
Погнали, блин. Все, приехали. Быстро же ты. Да, позвони, попробуй в колокол, блядь, долбоёб. Прекрасно вообще. Великолепный звонок. В атаку за мной! Ну. Кто? Мужик, ты один. Ты типа на контрудар его хочешь взять? Ты пикинёр ещё. Так я его взял, вот ниже эта хуйня заканчивается. А-а-а. Стамина. Походу тебе пизда нужна. Ага. Да. 450 опыта за него, пипец. Пошел вон, сука! А за это... Да ты, блядь, бежишь, но? Классно, да? Активный такой вообще. Тихо-тихо, блядь, нихера себе. Правда, урона... урона, да, никакого, но, блин, ну... Я показал, как это, да? Ты думаешь, это удар, блядь? Ты парись со своим там пинтом, что-то на меня передалось. В чем состояние вылечил? Не знаю. Кусок угля мне дали, блядь, охуенно. Кусок говна, блядь, мне дали в виде этой игры. Вон, пали. Мысли. Справа. Все нормально. Кстати, а что там насчет... Ну, пока типа разгорит. Насчет пали в другом смысле. Ты что, друг, блядь, не так это делается. Но он решил вообще сам себя. Господи, какая-то охуенная игра-то все-таки, а? Да, я максимум. Не показалось ли, он через стенку сюда заглядывал? Здравствуйте. Уголек. Придурок. Ты что тут выигрывать собрался? Видел тактическое отступление какое-нибудь? Так, вот этот дом, получается, еще можно жахнуть. Там пацан просто, кстати, стоит, он такой... А он думает, что чё я сделал? Не при делах. Ну да. Сольюсь с окружением. Ты типа вышивать сел? О, да. Слился с окружением. Могля там сколько, кстати, их? Ребята, внезапное убийство. Блять! Я просто не понимаю, что... Сейчас тревогу. Ох ты красавчик какой, а! Подожди, а что там вот этот значок впереди еще? Какой? На что-то ты должен... Вон, на что-то ты должен обратить внимание, вот оно. Это что? А, это тип упал. Это... А, мужик. Спасибо, Эйва! Слушай, а еще не все, короче. Ну там их нормально было. Вот, по крайней мере, к тебе подходило. Да нет, тут же дома надо сжечь. Это куда? Полностью согласен с вами, гражданочка. Великолепная речь. Этот запах горящих соломенных крыш и торфа. Наркоманка. Обожаю запах напалма поутру, блин. Блядь? Какой колокол? Да вы заебали, блядь! Куда ты ему попал? Просто Супермен. А ну давай, а сзади ты... подшикали. Господи, ну почему ж так криво-то все сделал? Ну почему, блядь? Ты еще не начал, да, в Одиссею? А, ты ж в Ориджинс будешь играть. Ну, я Цусиму да пройти, потому что меня задолбало убийство монголов, просто я решил от нее отдохнуть. Я просто к тому, что, блядь, там-то все нормально выглядело, это тот же самый движок. Что пошло не так, блядь? Я там Кент ходит в кустах, видим? В общем, я думаю, что этот... Только хотел сказать, я думаю, что это нормальный Кент. Блядь, что с вами происходит? Вы забыли, блядь, за кого вы воюете, нахуй все. Придурок, ты ебаный, блядь. Это великолепно. А это набег можно сделать? В смысле, здесь? Я не Или знаю. Это... А, это, наверное, там.
Ага, вот он, бег. О! Что? А, святоши? Это церковь, блядь. Так. А где остальные? Да. Лиф. Где лиф? Ага, лиф у нас вот здесь. Ну вот, давай на Мольденбург. Как думаешь, связано ли название «Не святой отец» с вот этой вот хуйней? Наверное. Перебирайся на другой берег, атакуй. Там еще мужик в шлеме, кстати, есть. Просто это будет такая тупая хуйня, если я приду к ним, а они скажут, давай, типа, ебашим, короче, вот сюда. Кстати, еще что-то, два золотых пятнышка, а в... здесь ты не взял. Ну только и осталось, что собирать золотые пятнышки в этой игре. И еще, по-моему, там одно было. Нихуя прикольно. Подэшка! Не, ну, нам же... Подэшка? Подэшка. Нам же нужно за что-то качаться. Ты, кстати, заметил, что я убрал настройки этой хуйни, где мы должны на карте якобы сами все искать? Mm. Потому что это не дает ничего, кроме как ты открываешь карту и ставишь вот так отметочку, так же, как я, и все. Просто и вот этого компаса нет, понял, сверху. Типа, сколько метров осталось. Там. Ну, так удобнее, блядь. Ну, да. Это не дает никаких исследовательских кайфов, короче. Интересная ачивка за это есть? Ну, на самом деле. Опа, вот он. Единственное, за что я благодарен, блядь, Ubisoft, сейчас, подожди, прочтем. Это за то, что можно перенести, блядь, сохранение спокойно, блядь, с консоли на ПК, потому что на Соньке я играть больше не смог, нахуй, вообще. А, да, ребят, мы еще играем на ПК. Письмо от Вигмунда. Да. Тин Вимбаль, твои дары были весьма щедрыми. Мои люди славно сражаются, высыпаются они в отличном расположении духа. А все потому, что их хорошо кормят. Выносливость наших воинов – ключ к победе. Поэтому крайне важно действовать сообща, пока датская угроза не будет устранена. Мы стараемся ради всех, кто называет Грентер Бридж своим домом. Орден Древних оценит твой вклад и должным образом тебя наградит. Не сомневайся, Вигмунд. Ага. Понял. Опа, лянь, там друг. Я не знаю, откуда они здесь берутся. Просто. Тревога! Колокол! Спать. Это было шикарное убийство, блин. Ну, как всегда, господи, как же ж мне это, блядь. Та иди ты нахуй, блядь, заебали на. Чё их так до хрена? Подожди. Что? А, серия убийств? Да. О, классная штука. Вот. Давай автоподбор сделаем потом. Хотя с них всякая хуйня дропается. Интересно, что тут еще есть. А, я помню, что хотел. Точнее, мы пришли к такому выводу. Прокачать оружие. Два этих. Вот, да. Понял? А. Надо вот в эту ветку идти, короче. В урон, типа. А вот это что? Смотри, слева там прямой луч ведет куда-то. Ну, это понял, типа, я так понял, это понял. Ты великолепен. Какая игра, такие, блядь, и навыки. Я не знаю, что это, кстати. Посмотри, что это. Прикинь, можно сбросить вообще все навыки. Я не могу посмотреть, что это. Все. Опа. Давай туда пойдем. Что вот это тогда такое с самого начала? Это судьба. Стало понятнее, да, сразу? Ну, давай здоровье, хорошо. Мы вот сюда потом пойдем, короче. Пойдем сюда, въебем вот эту хуйню, как раз адреналин, и я вкачаю вот. А вот справа парашу. Что это? Пока что вот мне... Это. Комбо легкий лук. Урон легкого лука превысил. А выше там... А, кстати, да, урона. Здесь так же, как и в прошлых ассасинах, разные же луки получаются. Ну, что логично. Типа есть быстрый лук. Ну, они типа стреляют по-другому. Ну, а легкий и тяжелый лук. Не-не-не, ты понял, охотничий лук, который с прицелом, там у него дальность больше, короче, и прочая херня.
Вот, так что есть смысл несколько луков хранить. В общем, пошли, короче, на бег ебашить. Заебали меня эти пойдем. Давай, давай. Скрытная череда убийств. У тебя почти получилось это сделать. Не, все нормально. Да? Великолепно. Я не знаю, это пока что потрясающе. Но зато по-ассасински. Опа! Давай. Топориком. Эй! Ебать, я просто мега меткий тип. Куда? Видимо, битва началась. Опа, сама, я понял. Тебя спалили. Ладно, пацаны, идите нахуй. Ну да, смысла нет с ними драться, чисто так, чтобы пошел вон. Я рейчески съебываю. Пошел нахуй. Пошел нахуй, бля. Сейчас лодка заглючит, и ты вверх улетишь. В каком-нибудь подводном камушке или на птичке. Бля, ну кресты везде, бля, они ебанутся. Ну христиане, что с ним взять? Не жри, ебанутся. Так, как там набег? Стильно. Покажем ублюдкам! Тут никого нет. Ты прикинь, это пустая деревня, просто пустой набег. А кому мы покажем? Я никого не нашел. Это что? Ну, это что, блядь, дальше. Вопросик? Это скелли, друг мой. Целых два, между прочим. Что-то мои кенты не приехали. Может, пойдем по квесту, Бога? В смысле, не приехали? Ты туда забеги, я тебе говорю. Вон там уже твои кенты. Сейчас мне интересно, понесутся. Что это. Это недалеко, и можно синхронизацию замутить. Да пусть ебашутся с вами. Это какой-то... Убивали су. Это какой-то тип. Что? Приветствую. Ты что-то ищешь? Я могу помочь? И насчет оплаты. Ты кто вообще, мужик? Ладно. Давай. Книги знаний. Он палит на карте, понял. Давай книги знаний или снаряжение, что мы хотим. Снаряжение, блять, мы вбиваем в хуйню какой-то ебаный. Давай попробуем. Тайна, ну тайна это хуйня, это и так можно найти. Вот артефакты прикольные и снаряжение, не знаю. Давай снаряжение. Так, я тебе кое-что покажу. Куда пошел? А он все сделал. Он типа один раз, да? Да. Давай у него все, короче, сделаем. А, понятно, выбор один, короче. Понятно. Можно было, кстати, предупредить об этом. Угу. Странно. Все, побежали в этот. Сейчас я замучу эту хрень, чтобы ты пошли сюда. Синхронизацию. А не... посмотри, что он показал, кстати. Сейчас. Мне непонятно, что со сложностью здесь, потому что, ну, это дико легко, пиздец, прям. То есть меня хуесосили, просто плевали, меня обсыкали вообще в Одиссее на этой ебаной сложности. Вот. У меня еще стояла синхронизация уровня, короче, понял? Кентов с твоим, блядь, они мне вообще пиздюлей раздавали всегда. Нельзя было уйти, прокачаться и вернуться, понял? Нужно было, сука, именно страдать, нахуй. У тебя главный враг был вепрь, которого ты только не убил. Я вернусь. Когда-нибудь. Я вернусь к нему, я обещаю. Опа! Да, тут же друг нас скачет. У меня мощи очень мало вообще, мне кажется, для любого из этих друзей моих. В принципе, это вот уже нормально бил. Ну, сейчас мы так подраскачались. А, захвати Мельбурн, ну, этот... Хрень. Да, попробуй. Мельдебурн. А, он отметил, он, видишь? А, вон, да. Это ничего Мельдебурн. Не дает, он просто отмечает там, где желтенькое. Охуенно. Захвати. И давай мужику люлей дадим какому-нибудь из них. Стоит конь. Ты, я просто думаю, знаешь что, что... Че? А, ты Бирна. Да, мы что за ресурсы, собственно, сражаемся. Как раз татуировочную сделаешь. Тату-салу.
Тихонечко сейчас, подожди. Это что, здесь где-то находится? Ну, мне кажется, что это между... Вот, ага, вот. Да, вот. Между перегородок. В межэтажье. Батничка, блядь. Нормальная ничка. Да, только хуйню какую-то спрятали. Чё было? Опа, руда. Плюс один. Так, блядь. С набегом, чё? Штурмовать на... город. Ну, пацаны, наверное, сражаются. Хуй, по-моему, а лысый, кто-то... блядь. Сачкует. Да, самое кайфовое, что ты можешь ползать вообще по любому участку скалы. Плевать. Типа, пофиг. Сука. Воу. Куда он разогнался? Дежавю, блин. Тем временем набег идет полным ходом. Да, слова никак. Вообще. Почему мы же делали набег? А, там же мужик с ключом. Ну, подкрадись его, долбани. Ножичком. Собаку тоже можешь убить. Я бы собаку убил. Собака вроде, блядь, добрая, нахуй. Это собака. Я свой. А, он крутой, блядь. Не выйдет. Ну, мы еще раз это сделаем. Не выйдет. Давай еще раз. О, наши пацаны там сидели, прикинь. А что? Типа, возможно, налет не прошел, наших посадили в плен. Ты понял? Что это было? Потрясающе. Жди здесь. Ебать! Наверх. Когда мощные удары, пацаны. Да, здесь много, короче, по. Да, это же лучше. Нет, ну, своих. Но. Я тебе говорю, это будет угар, если реально твои без тебя попали в плен. Я помогу тебе. Так, нет, тебе конец. Да ебаный. Помогут тебе, бред, блядь, разработчики. Все помнят двойной удар баги. Не спешишь. Оу. Умер. Тут мужик с вопросом ходит. Это другой? Да, какой. Мне нужно время. А, они все одинаковые, я понял. Много добычи. Прекрасно. Нужно дружить. Много добычи. Господи, блядь. Накормим животных! Вроде набег же идет. А теперь помогите! Можно? А, понятно. Казак какой-то пошел. Так ты с ним по КД же двери открываешь. Это местный капитан Прайс спас. А, что здесь? Опа! Нет? Почему? У тебя куча монахов бегает. Не, обычно здесь какие-то кенты стоят, знаешь. С которыми надо ебашиться. Ну, пикинера одного ты убил. Зачем они так долго это сделали? Все, и так игра, блядь, там растянута, свиток. Пиздец просто. Час времени тратишь на то, чтобы, блядь, просто какую-то хуйню, блядь, сделать. Приказы Вигмунда. Воины Господа, убивайте всех гнусных язычников, которые спасутся из Грентербриджа. Главное, не стреляйте по дракару, окрашенному в желтый цвет. На этом корабле плавает тот, кому мы будем обязаны нашей великой победой. Yes. Лорд Вигмунд. Это мы и без вон тебя, тебе куча, блядь, пацанов знали, слева. Что сверху сыпется? Что там происходит? Убей его, чура. Почти. Жабали караси. Жабали караси. Интересный вопрос. Опа! Да. Метка опа, смерти улучшена.
потрясающе. Метка смерти, это, блядь, имбовая хуйня, пиздец. Надо просто далеко стоять. Типа мультишота? Эй, сюда! Ты же помнишь, что это? Когда их, когда их помечал, блядь, и тысячу стрел выпускал, а они еще и не тратятся при этом. Во-во, здесь такие кенты обычно стоят. Выйди сюда, там не кайф с тобой ебашится. Ну вот тебе, чё, забери туда, сделай метку смерти. Давай. Понял? Я говорю, мега имбовая хуйня, пиздец вообще. Ну, я же открыл. Что-то лутает уже. Так, я тебе покажу, как это делать. Подошел, руку, блядь, поднес к нему и все, плюс 19 серебра. Разрубай их проще. Согласен. Реально. Сюда! Вижу, ну, плечо. Помоги же мне! И вот это одна из немногих игр, в которую могут поиграть люди, которые новые консоли купили, понимаешь? Ну, надеюсь, она на новых консолях выглядит как-нибудь потрясающе. Какая разница, игра-то та же встает. Люди-то так же здесь передвигаются и ходят, блядь. Это да. Ну, пофиг, я себе как вас сюда занесли, блядь. Насколько это логично вообще? Не знаю, меня в Цусиме тоже поражало, допустим, одинокая лесенка на второй этаж. И типа все туда дружно по этой одной лесенке спускаются. Не, да хрен с ним, зачем они себе сюда пленников перенесли по вот этой лестнице? Ну да, дурацкая фигня. Спрыгни уже, блядь. Там твой мужичок, по-моему, лежит. Ой, FPS больше не работает. Здравствуй. Ну все, починился. Починился. Уже, а все, набег? Нет. Да? Не завершен, да? Нет, да. Почти попал. Вон там! Стреляй! Просто вот ты колотишь этих мужиков, а я вспоминаю, как я колочу, блин, неинтересных монголов. Причем, знаешь, самое смешное в том, что ты хотя бы на эти поселения нападаешь с пачкой своего народа. Ты говоришь, вы там объявляете набег. Вас тут куча. Там пиво горит, пиво горит. Бля! Спаси мужика. Господи. А вот в Цусиме почему-то вот ты вдвоем с сумасшедшим дядей нападаешь на мегафорт и уничтожаешь миллионы монголов. Я говорю, что? Ты какой молодец, тогда. Да, там охуенно вообще. Хмельной! Дневник священника. Мы люди мирные, и это монастырь, а не крепость. Но воины Вигмунда привели захваченных в плен данов именно сюда. Держат их в кандалах и морят голодом. Как по мне, напрасно. Судьбы этих данов уже предрешены. Лорд Вигмунд прикажет казнить их. Может, сначала их будут пытать? Если так, то я опасаюсь последствий. Немногое пугает меня сильнее, чем загнанный в угол дан. Разве они не сказали, что набег завершен, и башен отсюда? Нет. Возвращаемся на корабль. Не был? Нет. Херас. Что за включение анимешной хуйни? Ну, держи. Аниме-мод добавлен. Долбани мне с этого с мультишотом.
Просто ты так больше народу положишь. А уже не важно. Что с игрой стало? Что она тормозит, блядь? А, не успевает все обработать. Ну, черт, великолепные блядь. Битвы. Что с ней? Без понятия. Набег как-нибудь завершается, и, блядь, что нахуй? Я не могу понять. Он бесконечен. Мне кажется, тебе просто там нужно всех убить. Типа забыли. Там никого нет. Да тут нет никого. Вон он справа. Вон он. Опа, опа, та затанцевал. Ну вот и блядь. Вот и поиграли, опа, блядь. Опа. Опа, кайф какой. ТПшность. Можешь ТПшность? А, блядь, сука. Не успел, блядь. Я пытался нажать, понял, эту карту никуда не работает. Хуй знает, когда вышла уже игра. Хуй знает, когда, понимаешь? Даже такие, опа, даже такие баги не смогли исправить. А зачем? Вы типа всех уже убили, что ли, здесь, или что? Или с какой точки? Непонятно. По-моему, здесь убили. Ну и ладно. Да что происходит? Что за просадки, ебан? Ты же видел, она нормально работала. Что за хуйня? Угу. Без понятия. Вот, да, вот эта штучка. А налет удался или не удался вообще? Что, что с ним произошло? Похуй. Конь, ты чё, блядь, гонишь что ли нахуй, блядь? Он не может двигаться в гору. Слишком сильно для него. Понятно. Опа! Еще и? Там гадюка, там гадюка где-то вот. Убийца гадюк. Отлично. Ну, охуенно, что я здесь был, блядь. Так, ты по заданию, да, побежишь? Ну, да, близко же. Для нормальной работы. Как он? Не, чуть-чуть просаживается. Чё за хуйня? Это магия. Я там за... Давай, это дуэль, Саня. Это дуэль. Так и чё он ушёл, блядь? Не знаю. А, 90, кстати, у него всего лишь мощь. Не особо силён. Это женщина, между прочим. Та, ни хера себе. Опа! Да, там же. Мега-строевой щит, мега-меч. Понятно.
играть. А попробуй сзади обойти. Понятно. Понятно. Потрясающе. Наша битва с ним закончилась? Да. Можно еще, помимо конченной игры, можно сделать еще максимально уебскую боевку, конченый хитбар, знаешь, всю эту хуйню, короче, можно добавить и получишь. Это all-inclusive называется. Оба. Пошел нахуй отсюда, это она была. Это она. Зато отличный автосейв. Да, хороший. Волосы и ногти растут, даже если тело остыло. Сама видела. Не может быть. По-твоему, в тех, кто давно умер, еще теплится жизнь? Нет, зато в них теплится смерть. И зловонный дух стремится покинуть мертвое тело любым способом. Эйвор, мой могучий друг. Тут рядом укрылись люди Вигмунда. Мы перебьем их вот всех. Самое смешное, что голос чем вообще не соответствует типажу, на мой взгляд. Киска чешется. Вот как я считаю. Что? Шура, ты здесь? Да. Я немножко в ахуе просто. Я тоже. Как ты присоединилась к Соме? Я приплыла в Англию раньше Гутрума, Ивара и Убы. Возила товары, обманывая и саксов, и данов. Я лгала, крала, получала в нос. Было трудно, но я научилась терпеть боль. Я над ней смеялась. Ну, баба пожизненный пиздобол, это слишком банально было. Я оказалась полезна, да, это лодочник не только себе, но и ее замыслом. Другие не верили тебе, и мы его не любим. А она сочла тебя достойной. Да. И за это я ее люблю. Впрочем, я люблю в ней все. Понятно. Это точно не она, скорее всего. С тобой людям становится веселее. Должно быть, Соме тоже. Умея читать чужие мысли, жизнь стала бы ужасно скучной. Но Соме кажется приятно быть со мной. Быть с тобой? Просто быть. Не так, как мне хотелось бы. Это видишь понятно. Ли, смех помогает смириться с горькой правдой. Радость жизни, а вопреки Сома-то страданиям, это гетеросексуальная женщина. Тебе нравятся другие друзья Сомы? Галин и Лив? О, Лив зверски притягателен. Так и хочется, чтобы он облапал как следует, а потом уснул на груди. Он все вопит о чести. Но это благородные люди не устраивают пожары, чтобы геройски потушить их. Галин мастер думать мрачные думы. И сразу весь такой важный, просто прелесть. Так и день пройдет, а саксы упорхнут из гнездышка. Надо нам подобраться поближе. Моих людей позовем, если что-то пойдет не так. Ох, это прекрасный взгляд. Идти с тобой в битву должно быть весело. Охуен, ты не представляешь, насколько здесь это весело, блядь, просто. Вдруг поставлю тебе синяк. Ты лишишься локтя раньше, чем он появится. Как ты залезть вообще, блядь? Да просто беги. По прямой, вон там, ворота. Тут надо быть аккуратнее. Налево. Подождите, да вон же проход. Вон, видишь, дырочка. Это тебе мерещится. В смысле, блядь? То ли большая, то ли малая? Да. Я в такую заходил же в прошлый раз, блядь. Да это не такая, это особая. Офигенно, блядь. Как я рад. Ладно, пошли уж дальше тогда. Господи, шо... Опа. Опа, друг. Ну извините, блядь, сейчас не получилось по стелсу. Прощай! Со всех вокзалов поезда! Поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай! Это из укрытия, короче. Сука! Да. По-моему, тебя никто не спалил, кроме этих двух дебилов. Там война какая. А она добивает. А, там. С двух сторон, брат. Брат? Ну, он с кем-то против нее сражается. Тихо. Да никаких ху, блядь. Пошел нахуй отсюда. Удар. Вроде-то. Там что, щит сверху или меч? Да какая разница, разработчик из Ubisoft'а полетел. Опа. Да что, уже свои бегают?
Да? Научилась еще в детстве. Я не могу выбраться. Оно меня поглотило. Опасный стог. Опять прекрасные отблески солнца на великолепной... На, сука, попал, прикинь! Нет, ну навесиком стрелял. Там все как бы нормально. Блять, не хватает такой. Тальности не хватает. Саня, ну просто поднимись, дай им люлей. Ты по полчаса их так будешь. Ты, ну, блядь, сбить. Интересно же было. Да не было. Я хотел вначале вот, сделать... Да ебать, ну. Этот мультикил, блядь, ебаный, нахуй. Но он что-то, блядь, по дальности просел у меня. Может быть, он просто просел? Я смотрю, что-то вся игра просела уже, нахуй. Что-то она, блядь, ее пидорасит, пиздец. Где храбрые воины? М? Саня, ты тут? Нет! С нами милость божья! Да. У меня все, блядь, дико троит, я ничего не могу делать. Да, ты сейчас занимаешься херней какой-то. Я ничего не понимаю вообще, что происходит, блядь. Оно как будто, понял, как будто пинг большой, короче. Ну, не волнуйся, твоих противников, в принципе, точно так же. Походу, да. Это баг в мире, короче, произошел. Пизда ему. О, ноги на лучше клею. Ух ты, сука. Да, он еще какой-то... Да, вообще, просто... Волшебный. Может, мы этого сначала добьем? Кровожадный. Сдохни. Ключ от двери. Да, дрейн, сука! Пиздец, нахуй. Что такое? Да что-то с игрой произошло, она ебать как троит. Я нажимаю кнопку, он через полчаса это делает, эта баба тупорылая. Заебала, блядь. Игра против тебя. Шалава ебучая. Я еще куча времени записывал на, блядь, том микрофоне, нахуй, что все трещало. Но я это как-нибудь почищу. Да и сейчас вот порой ты говоришь там. А ты умеешь ходить легко. А это знаешь, шума? Почему это я трогаю. Научилась микрофон? Ой, как. Зимой далеко. Понял? Сложная система. Упражнялась, лазая в окна спальни и потом обратно. Трогайте. Я тебя сам догоню. Ах ты, сука. Так, я помню, да. Что с вами делает. Да чё? На контрудар. Опять же, я говорю, ты забываешь, что у меня происходит. Это вообще пиздец. А, ну да. Там женщина метает молоты. Как тебе такое? Ну, это классно. Метать молоты? Я всегда хотел метать молоты. Просто бесконечно, причем. Блять, у вас один ход, что ли, блять? Да. Нахуя? Вы же, блять. А вон пацаны еще по. Да. Охуенно, я же в голову ему целился. Попал в забор. Опа. Просто забеги вот так. Вон пацан стоит, тебя ждет. По этой штуке можно же карабкаться? Да хуй там, блядь. Угу. Понятно. Защита, блядь, антиассасинная хуйня какая-то. Саундтрек ценишь, саундтрек? Блядь. В этом саундтреке мы использовали всего лишь две ноты. Чтобы тихо. Вы наслаждались полной, блядь, полнотой. Это сука охуенно сейчас будет. Ага.
Христос все видит, вон, понял, он тебе сказал. Да, я так и подумал. Ему помогли. Ну. Тихо, тихо, блин, это что такое? Неплохо. Опа. Почему вы стоите просто? За что происходит? Происходит игра от Ubisoft. Пиздец какой-то вообще. Ты заметил? Она просто в лед в один момент начала хуячить ее, блядь, пидорасить стала нахуй дико. Да. Опасности для этого лучника справа не было никакой в виде тебя. Опа, добыча. Жуть какая-то вообще. Обходим! Опа, стоп. Ключ. Я не понимаю, там какая-то жесть происходит просто. Я отвлеку врага! Да вы уже отвлекаете, по-моему, максимально вообще врага. Все-таки, по-моему, тогда это был кусок щита, улетевший вверх и вернувшийся. Да, что? Шаолин ебаный, блядь. Может, это какая-то у них тактика, блядь, войны, нахуй, я хуй. Запутывание. Пиздец. Я запутался, кстати. Не, ну меня они, например, в ступор поставили. Господи, только бы она бы не зависла бы сейчас нигде, нахуй. А, я резко перестал лазить по крышам, или что произошло? Это специально обученная крыша. Опа. А, ну конечно же, конечно же. А это, блядь, а, ключ точно. Угу. Какая прочная дверь. Он где? Слева. Боже мой. И без знаний, между прочим. Рывок с броском. Мне кажется, она тебе очень понравится, эта способность. Я даже, блядь, не буду ничего говорить, серьезно. Вы как-нибудь прокомментируете эту великую способность? Нет, я не буду. Это тайная технология, бля, техника викингов, нахуй забытая временем, блядь. Шаолини. Добрый вечерочек, блядь. А, письмо, я не знаю, ты поднялся выше специально, чтобы прочитать письмо? Я возвысился, блядь. Письмо от Викинга. Мне кажется, она тоже заинтересовалась прочтением этого письма. Сука. Ubisoft, блядь, это до слез просто. Это игра года же, серьезно, ну реально. Какая еще игра столько эмоций доставляет? Ну, блядь. Тена Рандваль. Посылаю тебе небольшой подарок в благодарность за труды. Твои люди прекрасно обучены и жаждут сражаться. Прежде я не видел воинов, которые горели бы большим желанием вернуть то, что принадлежит им по праву, а затем защищать это. Твоя преданность безусловна, и я знаю, что всегда могу положиться на тебя. Победа будет за нами, Вигмунд. Это помнишь этот мем про... Сейчас. Какой? Опа! Про Элли, которая там написано, покажи мне столько же персонажа, столько же боли, который да. Испытал столько же боли. И там просто мое ебло, который играет в эту хуйню, блядь. Да, это ужасно. Опа, доспехи. Бога, блядь.
Ну, я так понимаю, все? Что надо сделать? Где моя миссия, блядь, пропала, сука? Где задание, блядь? Где? Вот это. Убить стражников. А чё она расхаживает здесь, стражников не убивает? Не знаю. Так, у меня прокачана же эта хуйня. Нужно посмотреть, где кто остался. Ну, видимо, здесь никого нет, блядь. Вот где пацан сдох, походу. Возможно. Там, скорее всего, один какой-то стражник, который где-то заглючил, а вот. Ну. Я оставлю это ему. Что ж, это все. Люблю тишину после резни. А то бы я сейчас спустился и куда бы поднялся, блядь. Дерьма в штанах врагов. Может, ты остановишься, блядь. Что у них за мода такая съебывать? Ты славно сражалась, Берна. Заигрываешь, Эйвор? Что делаю, прости? Расслабься, Дрэн. Ты видел поднятый пальчик? Увидимся в Грэнтобридже. Да. Что с ней, блядь? Да ее пидорасит, на нее посмотри, она по КД так ходит. У нее как будто порез вселился, блядь, она хочет меня попороть. Возможно, в кровати. Судя по ней, она такая боевая. Ты заметил, эта игра работает настолько рандомно, насколько это возможно, блядь. То есть, она может проседать в один момент, в другой момент она работает охуенно, блядь. В третий момент она вообще выключается. Я вообще в душе не ебу, что происходит. Так, ладно. Это просто игра от Ubisoft. Не получается. Мне же эта хуйня нахуй не нужна, правильно? Абсолютно. Могу вот так вот пройти. Угу. А, это комбо легкий. Вот. А вон там топор справа, посмотри. Еще правее. Что это? Превосходная атака. Типа комбо, понял, стандартная. Когда ты вовремя в этот момент нажимаешь, короче, определенно. А ну, прокачаю. Ух ты, блядь. Путь медведя. Ну, доспех ведьмачьей школы медведя, там, между прочим, так, буду качать меньше. Так, как хотел, короче. Ебись. Падла. Доспех. У нас, по-моему, есть... А что у нас за сапоги есть? Да. Штаны есть. Все. Больше ничего такого не находил. А что еще? А, тут это золото. Руны всякие. Надо, кстати, повставлять это говно, вот это все попродавать. У нас татуировка еще есть. Между прочим. У нас очень мало этих бочек. У нас очень много грузов. 2300. Но бочек у нас мало. Так. Вандри. Вот. Это что? С понятия. Ага. А, это тайны. Это тайны. Погнали же разодаем. Это тоже, мне кажется, какая-то что... тайна, нахуй. У меня, кстати, в это самое, в Цусиме. У коня хвост заглючил, он, короче, как вертолет был. Так вот винтом крутился. Какой ты броне, кстати, летаешь в Цусиме? Я? Угу. Самое первое в трепье. Чтобы, блядь, искать ништяки? Да. Ну, иногда, когда монголов слишком много, я надеваю просто свою броню и убиваю их с этого мега-самурайской серии атак. Не, я просто всё. Ставлю броню. Я там сделал с этой, короче, брони, и все. Тут стало еще проще играть, если это вообще возможно. Я что-то хотел. Ну да, ну, для крайних ситуаций я одеваю, типа, либо на дуэльках порой броню клана Сакай, и все. Ты же видел, там ты они что? Добавили эту хуйню, что можно там на разную броню ставить разные эти штучки. Да, да, разные ячейки. Быдло нахуй. Как медленно! Потрясающе. А так не знаю, я вот броней для лучника не пользуюсь. Броней ради брони не пользуюсь. Броней Ронина тоже не пользуюсь. Ой, брось! Все знают, что ты просто завидуешь. Только хвастаешь амбаром, да деньги гребешь. Не смеши.
Завидую тебе и твоим немытым дружкам. И больше своей доли я не беру. Во-во. Ячмень в твоем амбаре палит моим потом и кровью. Да, и вот за это ты получаешь долю серебра. Но себе ты берешь больше. Получаешь тысячи, а мне отдаешь пару сотен. Так и надо. Я договорился с покупателем. Выплатил налог. Столько времени на это потратил. Эй, ты, Данка, кто должен больше заработать? Тот, кто вырастил ячмень, или тот, кто его продал? Конечно, тот, кто вырастил. Мы за трудовой народ. Вот это? Да. Кто посеял семя, тот достоин славы и большей части прибыли. Да что за чепуха? Даже человеку со стороны ясно, что тут несправедливость. За свой труд я должен получать больше. Я угощу тебя отличным элем из моего ячменя. Его тут зовут Слезы Себи. За что? Это ж не значит, что он сделает. Друг друга. Она-то из пахарей. Бля, там приговаривает, приговаривает. Я не знаю, что делать. Я просто полон Что произошло? Так. Ваш спор лишь в моих краях знают лишь один способ. Точно! Будь он проклят! Я ему задам! Отлично, настропалил чуваку. Жаль, что наши родители не хотят дружить, как раньше. Когда не было амбара, а ячмень был общий. Ясно, я хуйню свалял. На всех хватит. Ну, все. Ебашьте! Думаешь, я краду у тебя деньги? Это ты крадешь у меня достоинство. Если надо драться, я готов. Во что мы превратились? Стали как звери. В общем, ясно. Тебе конец! Ай, сука! Это того стоило, блядь. Он великолепный. О, там жена бежит. Два дебила, блядь. Они вечно бронятся. А ведь когда-то ячмень приносил нам радость. Мы восхваляли его и его запах, купались в нем. Жаль, что наши родители не хотят дружить, как раньше. Так. Когда не было амбара, а ячмень был... Ладно, понятно. Глупо считать, что... О, блядь, чуть не убил. А они грызутся, как псы. А ведь давно забыли, из-за чего подняли. К какому-нибудь логическому концу это придет? А там вообще, ну, сурдопереводчик. Что мы превратились? Сука, что происходит? Я не знаю. Отпусти меня. Как им просто ебучку набить? Да, забей. Медитировать. Подожди, ты чертов ведьмак? А ну, медитируй еще. Потрясающе просто. Чуваки просто на ускоренном. И длилась эта война тысячелетия. Оставь! Оставь реально их, пусть они реально вечно дерутся. Прощайте, пацаны. Это вечная битва. Интересно, может тут есть что-нибудь? Это, кстати, тайна. О. О, нет. Амба. По-моему, игра пришла к логическому завершению. Все, пизда. Блять, здесь так и написано. О, нет, прикинь, приложение прекратило работу. Отчет отправлен. Спасибо.